расскажу, как в Соединенных Штатах Америки любой желающий человек может найти пункты, в которых оказывается помощь людям, в том числе помощь с бесплатными продуктами питания. В обычный поисковик Google нужно ввести Food Bank и название штата, который интересует. Я ввожу Food Bank Калифорния, потому что бесплатка или пункт выдачи бесплатных продуктов здесь называется Food Bank. Банк еды. Пролистываем всю рекламу мимо карту. Мимо. И самый первый сайт, который называется California Food Bank. Это официальный сайт помощи людям в штате Калифорния. Компьютер предлагает перевести сайт на русский язык. Здесь очень много интересного. Что мы делаем? Какие наши члены? Как получить еду? Около, то есть еда рядом с вами. Даже про COVID-19 есть информация. Сюда можно вводить почтовый индекс, то есть номер региона, в котором ты проживаешь, чтобы найти еду рядом с собой. Идти. Ищем. Сразу же высвечивается официальный сайт организации, которая занимается помощью людям в вашем регионе. В каждом регионе она может быть своя. Опять же, предлагают перевести. В нашем регионе помощью занимается Food Bank и семейные сервисы, потому что здесь выдают не только еду. Здесь информация, кто мы. Информация и про вирус. Кто мы есть, что мы делаем. Листаем дальше. Переведем на русский. Раздали подгузники для детей и младенцев. Мы ведь тоже получаем подгузники. Раздаем еду. Здесь помощь не только по бесплатным продуктам. И когда пролистываешь ниже, появляется просто обычная карта, которой очень удобно пользоваться. Ты уже ввел свой индекс. Просто приближай и ищи бесплатки рядом со своим домом. Если ты видишь другой индекс, будут бесплатки в других местах. Сайт очень удобный. Очень удобен тем, что... Ага, я живу где-то здесь. А что вот у нас вот с этой бесплаткой? Все супер понятно. У нее вот такой адрес. Это номер телефона. Звони, узнавай подробности, если тебе нужно. Эта бесплатка работает. В воскресенье, понедельник это закрыто. Работает только в среду с 4 часов дня. Отлично. Закрываем. Дальше. А что насчет этой бесплатки? Она тоже находится рядом с моим домом, думаете вы? Ее адрес, номер телефона. Эта бесплатка работает в среду с 9 до 11 утра. Закрываем. А что насчет этой бесплатки? Она работает понедельник с 11.30, вторник с 11.30, среда с 11.30, четверг с 11.30. Подробности можно узнать по телефону.